Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Всім привіт, дами і господа, з вами Олексій і YouTube-канал «Австралія Рулить». Ну що ж, друзі, у нас уже вторая неделя весны заканчивается. Первого месяца, сентября. У нас, как понятно, весна. Прекрасно прокатиться возле дома, по соседским местам. А, друзья мои, хотел сегодня буквально прокомментировать целый пласт вопросов от подписчиков, так как вопросы подобного рода очевидно показывают, что большинство людей по данной теме находятся в танке. Смотрите, какой комментарий. Мне тут офер пришел на обучение. Хотят, чтобы я сразу оплатил половину стоимости. Но у меня еще нет теста по IELTS. Все ли универы хотят оплату вперед, чтобы дать офер? Не очень понятно, как ему пришел офер, если опять он в этом же месседже говорит, что сначала оплата, потом офер. Короче, как бы там ни было, друзья мои, походу люди не осознают стоимость подачи на студенческую визу. Давайте обсудим. А то, друзья мои, буквально недавно вам аферисты втирали, что студентам это не стоит ничего, мы ничего с вас деньги не берем, нам платят все учебное заведение. Ну, ребят, давайте посчитаем. Как говорится, дьявол в мелочах. Так ли это на самом деле? Ну, во-первых, ни о какой подаче на визу студенческую без оплаты половины курса, там стоимость варьируется в плане, также процентное отношение предоплаты, но половину это минимум с вас попросят. Допустим, в университете стоимость обучения в год 70 тысяч, 35, пожалуйста, положите. Допустим, за один семестр хотя бы оплатите. Об этом аферисты как бы вам не говорят. Это как бы fine print'ом идет, и вы даже не отдаете себе отчет, что на самом деле просто, чтобы податься на визу, которую вы еще в 99% не получите, вы должны оплатить десятки тысяч долларов денег вперед, предоплата. Да, возвращают, если вы, допустим, не получили студенческую визу. Но факт того, что нужно делать предоплату, это никак не отменяет. Понимаете? Так давайте посчитаем, сколько же стоит хотя бы податься на студенческую визу. Еще раз, да, у Вадика и Петрова и прочих аферистов, у Дениски, у них дешевые говнокурсы. Но это все равно там 7-8 тысяч долларов нужно оплатить. До того момента, как вам пришлют офер, или вам присылают какое-то письмо, говорят, что оплатите им, тогда мы вам пришлем официальный офер. Короче, без предоплаты тысяч долларов, это тысяч долларов, там 7-8 тысяч долларов, нужно сделать предоплату, если вы берете говнокурс. Я не знаю, зачем вы его берете, ни о какой миграции после этого говнокурса речи нет, разумеется. Но, допустим, если мы берем даже этот самый дурацкий вариант, все равно придется сделать предоплату. Далее, вас разводят, что вы не получите студенческую визу. Нужно обратиться к агенту. Плюс мы вам сделаем сами пакет документов. Вы же такие все. Мы сами с усами, мы сэкономим там 2000 долларов. Зачем вашему агенту платить? Мы сами подадимся. Так вот, во всяких там говноуниверситетах, типа Торренс Юниверсити, у них прям свои агенты уже, подельники, которые призваны вас развести на деньги. Ну и снять ответственность самого универа якобы. Ну, это мы уже отдаляемся, если вы впоследствии тупо подаетесь на беженство и прекращаете учиться. Но сейчас разговор не об этом.
Факт в том, что плюс. Значит, смотрите, как выглядят цифры. Вы получаете, точнее, вы там задумали получить студенческую визу. Первое, оплачиваете, естественно, во всех случаях стоимость курса вперед. Если это какой-то университет, половину хотя бы. Здесь там курс стоит 70 тысяч долларов в год. Извольте выложить 35, половину. Ну, 35, допустим, они скажут, давайте за семестр, но все равно половину. 15-17 тысяч долларов. Это недорогие специальности. Сразу же. До подачи на визу. Далее вы такие начинаете говорить, о, вдруг визу не дадут. Да, конечно, не дадут. И вам говорят такие, вот, давайте, подавайте, вот агент, пожалуйста, подельник, Кощей там, Чихунов, неважно, он вам подаст на визу. Давайте еще две штуки баксов ему, потому что там нужно мотивационное письмо, кава, какую-нибудь херню вам там предложат. В общем, 2-3 тысячи баксов еще просто за подачу, чтобы сделал вам пакет документов профессионал, типа Вадика. Далее вам скажут такую услугу, хопаньки, зачисление, еще штука баксов. Зачисление, сами понимаете, как хотите, что это значит. И таким образом у вас набегает, давайте считать, чтобы приземленно, да, отталкиваться от цен говнокурсов Петрова, Вадика и прочих Денисок. Там 8 тысяч долларов говнокурс, 8 тысяч спокойно добавляете 2-3 тысячи долларов за подачу, у вас разводят. Более того, вы такие, я сам сделаю, ну получите отказ, но главное, вам все равно эти 8 сраных тысяч нужно будет оплатить вперед. Вы от этого никак вообще не можете избежать. Хоть вы прямо им на аккаунт в этот рога и копыта, в этот сраный колледж звоните сами и говорите, я вам заплачу. Они говорят, как мне получить от вас оффер? Они говорят, платите бабки. Пока вы не заплатите деньги, ни о каких офферах вопроса нет. Ни о каких подачах на визы нет. Да? Которого вы еще хер получите. И вы таким образом сразу должны оплатить 8, ну, как мы уже сказали, там, плюс еще вас разводят на агента, 10 тысяч долларов. Все, привет, это вот минимально уже невозможно ниже. Не бывает физически. И это говноколледж и говноагенты, которые, я вам уже говорил, полностью забанены. Петров этот, через него вы уменьшаете, через Вадима, подавая через них, через Овчаренко, вы не то что увеличите свои шансы, вы за свои деньги, платя им, якобы увеличите свои шансы, еще и уменьшаете шансы получения студенческой визы. Потому что они уже против их фамилий в системе стоит red, красный флаг. Выскакивает иммиграционному офицеру. Потому что, почему? Объяснял уже, миллион раз повторюсь, потому что через них десятки, сотни студентов. А в случае афериста с многолетним стажем от обучения Петрова, там сотни студентов, если не тысячи, проплатив этот дешевый говнокурс, моментально от них, приехав в Австралию, спрыгивают на беженство. Понимаете, да? И вообще в нелегалы уходят, что угодно, на стройки пашут и так далее. Вот и все, друзья мои. И это, оказывается, новость для очень большого количества людей. Но правильно, если несколько месяцев назад вам из всех утюгов вещали Вадики и всякие аферисты типа Дениски из Нью-Зиланда, что мы со студентов денег не берем, то потом бац, появилось, что мы меняем. Чуть ли не синхронно выпустили выдресты рекламные, что вот, мы работали для вас бесплатно, а теперь мы меняем наш формат и берем уже деньги за каждое движение попой своей жирной, Вадик, да? То есть там все по прескуранту, посмотрите, там буквально поговорить с Вадиком $100 не вопрос, просто поговорить. Так что, ребят, забудьте, что то, что вам говорили аферисты, они уже это сами вам сказали, что этого больше нет, что студентам наши услуги ничего не стоят. Ихний вообще конек был рекламный, да? Типа им платят комиссию ихние говноколледжи,
а вам это ничего не стоит. Типа, с вас денег не берут. Я всегда говорил, ну неужели вы такие дураки, не понимаете, а откуда эти деньги, которые им платят говноколледжи, комиссии? Опять же, из вашего кармана. Только вы сначала платите в говноколледж, а им отстегивают их не процент. Ну, как-то это, по-моему, не очевидно многим людям. Так вот, ребят, без предоплаты вообще вы не получаете оффер. Понимаете? Не путайте настоящий официальный оффер, который прилагается к аппликации на визу студенческую, с каким-то письмецом от говноколледжа, который вам присылает, что вы путаете, это ничто, это письмо. Какое-то там, знаете, намерение вас принять или зачислить. Да, многие называют это оффером. Нет, это не оффер. Оффер — это официальный документ. У него есть определенные критерии, форма. Оно, этот оффер уже на основании его вы можете подаваться на визу, которую вам либо дадут, либо не дадут. Скорее всего, не дадут. Так вот, вы этот оффер не увидите, пока не заплатите $1000. Вот и все. И это, оказывается, не очевидно для людей. Друзья, и вот, вот этот комментарий, который я вам прочитал, их просто вал. Я смотрю, люди не понимают. Они все еще считают, что услуги для студентов бесплатны, в кавычках, да, как вещали им аферисты. Ребят, вот об этом хотел сказать. Обратите на это внимание. Значит, бесплатного ничего не бывает и никогда не было. Самое интересное, да. То есть вы, мало того, что подаваясь через этих аферистов, понижаете свои шансы получения виз, да, вы просто должны еще и денег заплатить, да, минимум $10,000, как я сейчас почитал вам, и эти $10,000 вы просто в никуда, и потом ждете студенческую визу, которую в 99% случаях вероятности вы не получите. Об этом я уже говорил в других видео, посмотрите, кому интересно. Вот что я хотел сказать, ребят, всем привет, солнечный день, продолжаем, отличный денек, всем спасибо, пока, peace.